В Актау чествовали матерей, которые внесли свой вклад в демографию страны и родили малышей в день, когда численность населения достигла 20 миллионов. Врачи вручили им памятные подарки и выразили свои теплые пожелания. Медработники также поздравили с Международным днем недоношенных детей. Подробнее о маленьких героях сегодняшних дней в следующем шедевре. 14 ноября в стране на свет появились 5 20-миллионных гражданина. Трое из них – мальчики и две девочки. В этот день в Мангоставском областном перинатальном центре родились еще 19 малышей. 10 мальчишек и 9 девочек. Сотрудники медицинского учреждения сегодня преподнесли мамам специальные презенты и поблагодарили их. Самое главное – это здоровье потомства, здоровье матери. Поэтому я желаю матерям быть здоровыми. Опираясь на статистику, мы ждали 20-миллионного ребенка в 2024 году. Но на данный момент в стране отмечается высокая рождаемость. Миллионники уже появились на свет. За цифрами, конечно, скрывается колоссальный труд медицинских сотрудников. Хоть это все и просто цифры, с другой стороны, большинство недоношенных детей стали рождаться с осложнениями, особенно двойняшки и тройняшки. Алия Мусаева – одна из матерей, внесших свой вклад в увеличение численности населения. Отучившись на медсестру спустя 15 лет, она вновь ощутила радость материнства. Наши малыши среди 20 миллионов казахстанцев. Я счастлива. Это наш долгожданный малыш. Появился в нашей семье спустя 15 лет. Поэтому мою радость не передать словами. Очень благодарна своим коллегам, врачам и медсестрам. А 32-летняя Ажар Аленова стала многодетной матерью. Девушка родила своего 4-го ребенка в перинатальном центре «Мать и дитя». По ее словам, при поступлении в центр врачи оказали необходимую помощь, и в результате роды прошли успешно. Я стала многодетной матерью. Это 3-й мальчик в нашей семье. У меня есть 1 дочь и 2 мальчика. К счастью, роды прошли легко. Спасибо медицинскому персоналу, акушеру, гинекологу, врачу. Все они мне помогли. Большое им спасибо. Желаю, чтобы в стране увеличилась демография и на свет появлялось все больше таких же здоровых малышей. Сегодня рождаемость в Мангоставской области высока. За 10 месяцев текущего года родилось 17 526 детей. Из них 7 600 родились в областном перинатальном центре. Ажан Сабитхазы, Мангелик Турахмет, Дидар.